До нашої студії завітав заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський. Вітаємо вас. Здравствуйте. Не просто так ви сьогодні до нас прийшли, а презентувати книгу «За гранью человечности». Хотілося б про неї дізнатись детальніше. Да, сегодня, можно сказать, оканчивается наш длительный марафон по сбору воспоминаний и свидетельств николаевцев, переживших принудительный труд в Германии. Всего в годы войны было угнано с территории города около 5000 человек. Сейчас, к сожалению, время берет свое, и из них осталось около 400 всего-навсего. Идея книги, в принципе, принадлежат совместно мне и депутату Николаевского городского совета Владиславу Олеговичу Ентину. Он поддержал меня во время публикации моей первой книги, посвященной этой теме. Она называлась «Под знаком ОСТ». И как-то раз он поинтересовался, а что бы еще можно было сделать в этом направлении, поскольку оказалось, что вот эта группа людей, она практически никак не защищена. Но вот, допустим, наш городской совет вот оказывает поддержку всего 17 людям, а все остальные, они просто не внесены в эту категорию. И просто был нужен проект, который способен, с одной стороны, передать вот тот ужас, который пережили люди, а с другой стороны, привлечь внимание, поскольку вот еще немножко, и нам уже не будет просто возможности сказать им то, что положено. Поэтому мне был задан вопрос, а что можно еще сделать? Я предлагаю, что вот у меня лежит в письменном столе два дневника, несколько воспоминаний, которые я еще собрал в свою бытность аспирантом. И вот говорю, вот если бы немножко еще, конечно, опросить тех, кто еще жив, можно издать такую небольшую книжку, которая одновременно будет и полезным сборником исторических источников, и с другой стороны она будет чрезвычайно важна, поскольку лишний раз сфокусирует общественное внимание на этой категории населения. Який час пройшов з створення ідей і до випуску цієї книги? Пройшло около 6 місяців. Около 6 місяців, ну, опять же, это кажется быстро, но дело в том, что все-таки часть материала уже была наработана, и во многом хочу тоже поблагодарить нашу областную организацию бывших узников нацизма, в частности, Валентину Степановну Топалову, которая нам всячески помогала, дабы наш труд прошел в достаточно сжатые хронологические рамки. И, помимо всего прочего, книга заключается очерком Евгения Григорьевича Горбурова, известного городского историка, краеведа, кандидата исторических наук. Тоже хочу ему сказать большое спасибо за то, что он поддержал нас в этой деятельности, проявил инициативу поучаствовать и, собственно, отозвался на мой призыв в этом отношении. Он своим замечательным очерком как бы подытоживает все то, что нам удалось собрать, записать и прокомментировать. Багато історій вкладено у цю книгу, а ось яка з історій торкнулася вашого серця, про яку ви зараз хотіли би розповісти нашим телеглядачам? Ой, ви знаєте, мені як-то так складно сказати, поскольку коли ти от працюєш з людьми непосредственно, ти так или іначе не можеш це через себе не пропустити. Но я би, наверное, сказав би так, що от хоча книга називається «За гранью человечности», но, опять же, принудительный труд в Германии был разный, очень контрастный. И вот фактически у нас первый раздел посвящен дневникам. У нас, пожалуйста, есть дневник Евгения Иосифовича Карпова, который строил в конце 44-го, начале 45-х годов линию укреплений, так называемую линию Зигфрида. Это Северный Рейн-Вестфалия, район Германии, как раз на границе с Голландией. Вот там ужас описан полнейший. То есть человек жил в условиях военных действий. Их бомбили, их обстреливала артиллерия, над ними издевались солдаты немецкие. А с другой стороны идет дневник Татьяны Набеговой, уроженки Херсона, где описана совершенно нормальная подростковая жизнь, которая, ну, вообще теряет фон войны. Такое ощущение, что они где-то в пионерском лагере и все нормально. Но вот правда в конце дневника все-таки война доходит и их, и тоже в принципе повествование становится такое. Это очень разные воспоминания. И что меня поразило, нам довелось пообщаться с Иваном Ивановичем Мазуром, который пережил заключение в двух концентрационных лагерях. Он сначала был заключен в Освенциме,
А потом, когда советские войска уже продвигались по территории Польши, их эвакуировали, эвакуировали в Германию, так он оказался в концлагерях Дора и Бухенвальд. То есть вот такие судьбы у нас представлены. На яку аудиторію розрахована ваша книга, тому що багато тяжких історій все ж таки описано у ній? Ну, понимаете, Владислав Олегович Янтин, он недаром говорит, что без истории невозможно построить будущее. То есть это вот девиз, вот, под которым, в принципе, он у нас участвовал не только финансово, а и с точки зрения организации, с точки зрения помощи технической. Я с ним полностью согласен. Даже если история тяжелая, их обязательно надо знать. Почему? Потому что грань человечности, она очень тонка. И нацисты всего немножко поработали, казалось бы, самым образованным, самым высококультурным и технически развитым обществом Европы, чтобы откатить назад все достижения буржуазного общества и цивилизации и вернуть их слегка в такую вот полурабовладельческую действительность. А поэтому, вне зависимости от того, что история тяжелая, да, ее надо читать всем. В этом ключе мы, естественно, и редколлегия, и оргкомитет стремились, чтобы мы, как составители, минимально вторгались в авторский текст, в текст переживших событий, поэтому он даже исключает в одну вступительную статью совершенно для того, чтобы читатель мог взять и составить собственное впечатление о прочитанном, не опираясь на ту, скажем так, последовательность, которую, так сказать, уже есть у составителя. Поэтому можно сказать так, что книга одновременно рассчитана как на серьезную научную среду, так и на самого широкого читателя, поскольку в целом многие дневники читаются легко, многие тексты написаны легко, это живая разговорная речь, переведенная в текст. Поэтому категория читателей от преподавателя вуза, от научного работника до старших класів середньої школи. Щодо того, що вона читається легко, хотілося б звернутися до формату книги. Яким форматом вона написана? Книга, если мы видим, она вышла вот в достаточно такой красивой обложке. Обложка, опять-таки, символизирует военное разрушение. Вот, кстати, я хочу здесь Виктору Петровичу Заблоцкому сказать спасибо. Это киевский исследователь. Вот он нам предоставил фотографии военного Николаева, которые пошли на обложку. Также книжка оформлена в виде, ну, как бы мы видим, агитационные плакаты на выезд в Германию, расклеенные на стене разрушенного здания. И сквозь него как бы вид на улицу оккупированного города. В этом ключе тоже мы 10 мая организовали общение с нашей городской общественностью, и которая поучаствовала в консультациях, то есть как ее лучше сделать лучше. Также в книжке представлены, она состоит из двух частей, это дневники и воспоминания, которые собраны непосредственно с нами. И ближе к концу книги можно лицезреть, вот, допустим, фотографии наших героев. Фотографии наших героев. Тобто можна буде не тільки ознайомитися з героями книги щодо їх щоденників, а й переглянути їх фото. Безусловно, звісно. І що мене особливо порадувало, що вдалося привлечь достатньо широке кількість людей під це діло. Це і колектив Першої Української гімназії, це і мій товариш по аспірантурі Павел Олександрович Мацюта, який тут підготовив сам очерк, снабдил его комментариями о его деде, который тоже побывал в Германии. И не просто побывал в Германии, он был впоследствии, уже будучи красноармейцем, попал под заключительную волну репрессий и до 1953 года практически находился в лагерях сталинских. То есть вот такие судьбы здесь представлены. Но что важно для нас, это то, что в целом удалось, с одной стороны, собрать для работы над книгой очень широкий коллектив, а с другой стороны, то, что все-таки эти голоса будут услышаны и, возможно, кто-то что-то извлечет полезное для себя. Хотелось бы теперь еще дізнатися, как проходитиме и где проходитиме презентация книги? Наш проект с Владиславом Олеговичем Янтиным, он, с одной стороны, имеет вот такую информативную, да, вот, скажем, даже около научной направленность,
другой стороны, это направленность социального порядка. В библиотеке имени Кропивницкого завтра произойдет презентация в 14:00. Мы всех приглашаем, дорогие друзья, принять участие. И в рамках этой презентации также запланирован ряд благотворительных акций. Первая из них – каждый желающий сможет приобрести книгу. Все средства, полученные от продаж, пойдут на приобретение медицинских товаров бывшим восточным рабочим. То есть это от лекарств, заканчивая другой медицинской техникой, поскольку многие из них уже, увы, не ходят просто. И будет продан с аукциона уникальный экземпляр книги с автографами всех тех, кто имел к ней отношение. Тоже все средства, которые нам получится получить в рамках этого проекта, мы опять-таки передадим на приобретение нужных и полезных вещей бывшим узникам. Поскольку, что тут еще мы выявили, то что старость у нас далеко не всегда имеет, как вам сказать, нормальный характер, поскольку еда есть, семьи с детьми, а сколько мы видели откровенно брошенных стариков, которые никому не нужны. Ну вот книга также призвана привлечь, с одной стороны, внимание к ним, а с другой стороны, мы попытаемся немножко собрать денег, чтобы помочь не словом, как говорится, а делом. Наша творча команда бажає вам успіху на презентації і дійсно допомогти усім героям вашої книги. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня завітав заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський.